Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Spaceland. Так, у нас здесь есть миссия, и здесь внизу. А это что такое у нас? Военное снаряжение. Немного доработать, и можно использовать в бою. А вот он как раз, этот Гордон. В мастерской появились новые виды экипировки. Ага. Не хватает. Так, 45 здоровья. Слушай, ну было бы неплохо. 600 монет. Блин, да что за ценники-то такие, а? Омега-пулемет. Нифига себе, 40 урона плюс один патрон. Ё-моё. Ну, пока нету денег, не хватает, ребят. Ну что, пошли сюда, вниз тогда. Какой ужас. Похоже, здесь выращивали мутантов. Да, изначально я занимался исследованием повадок подземных жуков. Мой профиль — биология. Но когда я узнал об экспериментах профессора над животными и людьми, то попытался остановить его. Безуспешно, как видите. Сейчас же появились вы, и у нас есть шанс остановить Люмьера. Эти залы я хорошо знаю. Проберусь к пульту управления и открою нам путь. О как. Хорошо он знает. Ну что же, а у нас, друзья мои, выбор. Я так понимаю, профессор Гордон пойдет с нами в обязательном порядке. А вот кого на выбор? Эй, жучок, как ты без меня? Скучал? Жук едва заметно кивнул Гордону в ответ и заурчал. И я рад тебя видеть. Мне нужна твоя помощь в одном дельце. Оу. Я могу за него играть? Хм. Открываем, наверное, ему путь. Так, а сами-то что будем делать? Хм, а нам здесь ничего не открыть. Да погоди. Может быть, вот это что-то у нас такое? Нет. Жук, а что мы будем делать, а? Может быть, ты стрелять умеешь? Да, он умеет стрелять. Вот сюда? Угу. Вот как ты работаешь. Хо-хо. Так, а здесь, я понимаю, нам нужно... Если он, например, сюда бомбит... Здесь запускается этот луч, так? Я так понимаю. Сейчас посмотрим. Сейчас мы с тобой посмотрим, как это все... Блин, нифига, там монстр. Но нам нужно с тобой открыть вот эти ворота, да? Получается... Если он бомбит сюда... А мы можем их передвигать как-то? Так, жука пока поставим на боевую. Гордон, давай, переворачивай. Так, сюда, сюда. Вот эту нужно поменять. Этого жучару я выпускать не собираюсь. Вот так у нас должно получиться. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь, да? Да. Ну что, жук, ты готов? Открывается? Открывается. Упс. Это что у нас? Это патрон. Угу. Твою налево. Ну ладно, я отступлю. Надеюсь, жук нам поможет вот это вот. Проверим. Отлично, красиво. Так, а это что у нас, я уже не помню. А это откуда взялся?
Ну-ка. Так, а у жучка бесконечные, я так понимаю, выстрелы, да? Так, пойдем-ка сюда посмотрим, наверное. Жук, а ты тоже продвигайся потихонечку. Конец хода. Тут мы, скорее всего, рубильник с собой откроем. Сейчас сюда выйду, я посмотрю. Вот здесь, наверное, нам лучше всего встать. Проверочку сделаем. Должны же, по идее, они вылезти. Вот я про это и говорил. Блин, а этот выжил? Да чтоб тебя, а? Ты посмотри. Надеюсь, тебе хватит. Да ну блин. Ну он сейчас уничтожит нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут еще оказывается. Блин. То, что мы свою перезарядку-то сделали, это, конечно, все хорошо. Конец хода. Но мне надо вот сюда встать, да, чтобы он появился. Сделаем конец хода. Так, жук. Ой-ой-ой. Он же сейчас за мной побежит. Раз. Фью. Блин, там патроны, конечно, хотелось бы взять. Вряд ли у меня получится. Так, жук, будь добр. Так, выгляни туда, пожалуйста. Ход завершим. Я могу понимать, жука никто не трогает, да? Так, смотрим, здесь нам нужно... А что, какую нам дверь открыть надо? У нас только вот это вот остается, да? Одна единственная, потому что больше ничего нету. Так, если жук бомбит сюда, значит нам надо сюда, сюда, сюда. Стоп. Если сюда жук... Блин, погоди-ка. Так, отойди, пожалуйста, Гордон. Ему бомбить только с этой стороны можно. Значит, сюда. Это переворачиваем сюда. Так, а как? Хм. Немножко мне не ясно. Блин, а можно как-то назад? Я же не знал, что он ее пинать может. Обратно ты его уже никак, да? Обратно ты уже ее никак. Я не знаю, может быть, он остальные пнет, давай попробуем. Так подожди, а ты только пинать можешь, что ли, ее и все? Зашибись. Ребята. А, ну правильно, я же сюда-сюда.
Так, эту мы тогда пинаем вон туда. Да, ребят. Все, все нормально. Тюнь, тюнь, тюнь. Да, все отлично. Ну что, жук, проверка. Есть. Погнали. Так, Гордон, ты пока постой здесь. Здоровья у него вообще мало, очень мало. Ну-ка, что у нас тут? Воу, воу. Так, если он... Ну, естественно, вот эту надо сразу переставлять. Вот эту вот, самую первую. Вот так. Переходим сюда. Сюда, сюда. По идее, вот от этой должен быть, да? Удар сюда. Сейчас кое-что проверим. Нам нужно сюда перейти. И сделать вот так. Отсюда уже смотреть. Тын-тын-тын. Ага. Значит, получается, сюда. Угу, это должна передавать. Сюда, сюда, сюда. Это должна передавать, значит, вот так. Хоп. Эту тоже переворачиваем. Вот так. Потом сюда. Это сюда. Угу. Это должна смотреть у нас. Вот так. Сюда. Все. Ну-ка, жук. Проверяем. Да. То есть уже выход? Ну, это хорошо. И жук тоже, да? Нормально, ребят, прошли. Всего 50, еще 50. Маловато денег дают, но вроде бы как хватить должно на пушку. Кто бы мог подумать, что они поменяли систему безопасности? Без моего любимого жука мы бы точно не справились. Кстати, в своем старом кабинете я нашел ускоритель, экспериментальная штука. Но думаю, вам понравится. Гордон установил на свой костюм квантовый ускоритель и может давать союзникам очки хода. Так, это, конечно, Гордон хорошо, а... Улучшение. Сколько у нас? Так, так, так. 8. 8 это мало. Изучен так. 2 к дальности броска. 1 очко действия от ускорителя. 20 плюс к основному оружию. Неплохо. Давай это тут возьмем. Так, и по оружию. Сколько у нас? 710. 600. Это военный жилет. Мне бы, если честно, пушку бы не помешало бы. 750. Омега... Нет, омега-дробовик я не хочу, ребят. Военный автомат тоже как-то не особо жажду. Две брони здесь есть. Ладно, создаем. Надеть на героя Баррет. Одевай. Баррет. Так, а чё, ему... Чёрт подери.
Если бы вы знали, как удивительны поля на ранчо моей семьи, так мы это уже видели. Поля? Я родилась на нижних уровнях гиперполиса, а выросла в тесноте. Ха, это не повод отклонить мое приглашение. Фиолетовые поля, свет двойной звезды, эх. А у вас есть что-то вроде гоночных трасс гравискутеров? Только кроги, ездовые животные, но носятся не хуже этих ваших гравициклов. Сколько раз я падал с них на полном скаку. Частые травмы могут быть причиной повышенной жизнерадостности. Ух, даже не знаю, мне кажется, я был таким всегда. Был он всегда таким. Ладно, друзья мои, мы идем дальше. Это главный пункт охраны. Здесь все напичкано электроникой. Думаю, без меня тут не обойтись. Электроника — это мой конек. Если мы проберемся мимо часовых, то я смогу обесточить этот зал. Это нейтрализует систему слежения. Но придется идти вдвоем, чтобы не привлекать лишнее внимание. Ох, прям как в университете. Совместное выполнение лабораторных работ. Обожаю. Вдвоем два ботаника поперлись, блин. Лучше не придумаешь. С обычными терминалами я легко справляюсь. А вот с квантовыми технологиями мне работать не доводилось. Это симбиотические машины, гибрид органики и металла. Я с ними на «ты». И зачем только такие сложности, как будто обычных железок недостаточно. Я же биолог, живые машины разве может быть что-то интереснее для меня? Я понимаю животных гораздо лучше, чем людей. Да, уже зачастую проще понять бинарный код, чем человеческие мотивы. Квантовый ускоритель позволяет пополнить очки хода как себе, так и союзникам. Ну что, открываем? И по-тихому идем. Тут уже нас поджидают, как ты видишь. Воу! Ты бы полегче бы, дядя. Чтобы, говорит, не привлекать внимание, блин. Если я брошу, я заморожу, конечно, его, а дальше-то неизвестно, что будет. Блин, они два эти с базуками. Мы же можем... Чуть-чуть не хватает. Если я вот сюда встану... Заморозил, да? Отлично. А чё такой слабый урон-то? Так, ну хотя бы минус один. Блин, тот чувак... Он с гранатометом. Постоим пока просто. Все-таки задел, да? Раз. Может быть, отсюда, если бомбанем, вы не вырубишь, да? Я понял тебя. Так, он оглушенный был. В воду упал. Отлично. Я пойду, наверное, пока туда схожу. Добивай. Блин, да как так-то? Промах. А у нее еще и патроны кончились. Еще не легче. Ну и что вы прикажете делать?
Патроны кончились у нее. А пистолета у меня нету, как ты понимаешь. Ну ладно, этого я, предположим, смогу ушатать. А дальше-то что делать? Сейчас как в два залпа по мне мочканут. Так, а мне их обязательно бомбить надо или что? Так, у нас два патрона всего лишь остается, да? Я думаю, что можем открыть. А этот закрытый, поэтому он ничего там не сделает. Ёк-макарёк. А-а-а, тут еще и это будет. Пропустим ход. Так, девчуль, давай беги сюда. Нужен Гордон, блин. Так, пока спрячься. Так, Гордон, активируй, что тут у нас? Ага, турельки-то за нас. Нормально, я тебе скажу. Ну, они пока там разбираются, мы с тобой сможем отсюда уйти. Ага. Так, спрячемся пока. Блин. Что там? Ёк-макарёк, а... Блин, нам надо пацана лечить обязательно. Смотри, что вытворяет, а? Я не знаю, как мы тут успеем с тобой вообще что-то сделать. Дроны, дроны нам должны, по идее, помочь. Давай встану сюда. Жесть! Что я тебе скажу еще? Гордон, давай попробуем. Это боеприпасы. Прячься сюда. Чем мы там хоть активировали-то? Похоже, ничего мы там не активировали. Гордон, ты можешь дотянуться до нашей девочки и дать ей? Не можешь. Ага. Все-таки дрон один активировался. Блин. Заморозили? Я не знаю, вот это вот активируется или нет. Надо проверять. Ага.
Активировался дрон. Пока не будем рисковать. Е! Незадача, говорит чувак. Смотри, о, нет. Это последний дрон, который мы можем с тобой активировать больше всего. У нас ничего не останется. Есть. Слушай, он точно за нас? А то сейчас... Сейчас сунем, посмотрим. Слушай, за нас. Так, ну а выход... Получилось, ребята, прошли. Так, 50 монет плюс еще 50. И 80. 50, 180 монет получаем, да? Хм, у нас тут что-то. А вот это что такое? Здесь хранятся опытные образцы оружия. Не все они доведены до ума, но я что-нибудь придумаю. В мастерской появились новые виды экипировки. Да какие новые виды? Я еще со старыми. Я еще со старыми не разобрался. Они уже говорят новые. 650, а у меня 500. Блин, да. А где зарабатывать деньги-то здесь? Я не пойму. Нет у меня такой возможности накопить денег. Вот это да. В жизни не видел такого громадного калькулятора. Надеюсь, он тебя не услышал. Это сверхразумный компьютер, управляющий всей системой безопасности. В печенках у меня уже эти дроны и турели. Эту супер-железяку можно как-нибудь отключить? Я постараюсь, но нужно время. Прикройте меня. Ну вот, началось. Кого возьмем? Значит, Гордон обязательно идет, да? Возьмем, наверное, Турвальда. Пом-пом-пом. Так, наверное, сделаем, да? Попробуем такой вот командой сыграть. Ну, начнем взлом. Уже подзабыл, как программировать на Z++. Так, а мы, видимо, должны его прикрывать. Так, дроны вражеские, видно сразу. Так, так, так. 100% эта турель наверняка откроется. Проверим. Хм. Ну, давай пока вот так вот сделаем. Хотя они близко-то подходить не будут наверняка. И что тут еще турель вот эта вот непонятная, странная. Она 100% когда-нибудь активируется. Конец хода. Смотрим. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. А не слишком ли у вас много-то здесь? Торвальд. Конец хода пока. Хорошо, что он промахивается. Блин. Ай-яй-яй, у нас у этого оружия кончается боеприпас. А сколько нам еще? Счет...
Блин, зашибись. Так, у тебя есть... У тебя нож есть. Твою налево. У Торвальда еще пока хватает боеприпасов. Но больше нету. Это, по-моему, перебор уже какой-то. Вот это вот можно было не делать. Сейчас девчуля она получает. Да вы серьезно, что ли? Ёк-макарёк. Девчулю жалко. Погибнет зазря только. Половина работы сделана. Продержитесь еще немного. Ты издеваешься еще немного, блин. Ну и все, и что я буду теперь делать? Так, это что у нас? Я не помню, что это делает. Спрятаться за сундук, что ли? А он нас не прикроет, наверное. Эх. Один патрон всего лишь. Я не знаю, ребят. Но этого ладно, я еще вольну, предположим. О! Слушай-ка, тут патроны появились у нас. Ну, еще бы. Ну это же смех. Сейчас мы тут все, по ходу дела, погибнем. Работа, говорит, сделана. Угу. У-у-у. Ну и что? Вот, и вот она стоит там, и чего? Эхе-хе. Эх, Торвальд, Торвальд. Держим строй. Пытаемся. Просто издевательство какое-то. Держим строй. А с какого блин, у нее патроны были. У нее были патроны.
Воу-воу-хо-хо-хо. Да, друзья, так, ладно. Первая попытка, сам видишь, заново. Да это мы все поняли. Такс. Сейчас попробуем переиграть. Поближе к ящику пойдем. Турвальд вообще, в принципе, ребят, так как у него гранатомет, он вот их двоих сразу может снести, в принципе. Если по уму. Да. Пока все. Единственное, что можно еще, конечно, вот так вот навскидку побросать. Ага. Вырубили. Ну, шанс попадания, ты сам видишь, какой вообще мизерный. Поэтому прячемся. Так, вот это вот не есть гуд. Так, отвлекаем. Так, девчуль, тебе пора за этим бежать. За снарядами. Воу-воу-воу. Да блин! Так, давай, девчуль. Отлично. Так, а у тебя сколько? У тебя один патрон, и у тебя один патрон. Блин, вот дела. Вот дела, пропускаем. Пум-пум-пум. Вырубил, красавчик. Так, возьмешь патроны. Так, что же с Торвальдом-то делать? Надо держаться. Так, девчуля, вырубай этого. Есть. У него патронов больше нету. 70%. Блин, 70%. Сколько? 100. Цель уничтожена. Да, цель-то уничтожена, но... Пум. У нас еще взрывчатка, если что, есть. Это, кстати, хорошо. Да я понял, понял, половина работы сделана. Продержись еще немного. Выбор не особо-то велик. Придется продержаться еще немного. Вот как нам с девчулей быть? Этого я не знаю, друзья. Ты запарил, а? Патроны. Блин, Торвальду нужны, по идее, патроны-то. Да и снайперюшки бы тоже не помешали бы на самом-то деле. Промахнись ты! Пятьдесят 56% к попаданию, это мало.
Ну, другого варианта, ребята, я не увидел. Сделал вот так вот. Пятьдесят шесть, а так 70. Ай, твою... Эй-эй-эй-эй. Ящик. Ящик, друзья мои. Ты сейчас... А. Подожди. Блин, у тебя нету, да? Блин, зараза, ну давай сюда встанем. Мы можем щит поставить. Это телепортация. Ну телепортацию пока, блин, я не знаю. Девчонку не хотелось бы потерять. Это же он же с гранатомета, по-моему, да, бомбит, ребят. Гордон, держись. Ну это, по-моему, уже, ну это уже перебор, друзья мои. Ну хрен себе. Мне бы еще один ящик, ты понимаешь? Еще один ящичек был бы вообще великолепно. Но его нету. Гордон. Твою налево, ребят. Гордон на волоске. Вы, блин, серьезно сейчас, что ли, вот это все делаете? Да как тут я должен проходить-то? Я не знаю. Бабах, фиг мне твой бабах. Бабах, он радостно кричит. Это, наверное, труп, друзья мои, потенциальный. Ё-моё. Есть! Получил доступ к защитным пушкам. О, блин, ты слишком поздно получил доступ к защитным пушкам. К защитным пушкам он получил. Не, друзья, это нереально. Как они себе это представляют? Как? Бедный Торвальд. Святые тентакли. Ну вот тебе и святые тентакли. Да ладно. Прошли все-таки, друзья мои, прошли. Да, без потерь не обошлось. Отлично. Путь в главный исследовательский зал открыт.
Если кто узнает, что я так сильно хотел попасть в лабораторию ученых, не поверят. Обычно меня тянет к более злачные места, где шум, веселье и жаркие драки. Ну, возможно. Так, ну что, друзья мои. На сегодня хорош. Как говорится, хорошего помаленьку. В следующей серии продолжим. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.